HP ProBook 4720S – крупногабаритный представитель сегмента корпоративных ноутбуков. Модель выполнена в прочном корпусе и имеет производительную конфигурацию. Но удалось ли разработчикам обеспечить хорошую автономность? Стандартную комплектацию HP ProBook 4720S, кроме зарядного устройства, аккумулятора, документации и дисков с программным обеспечением, входит прочная сумка для транспортировки. Модель поставляется с операционной системой Linux, но пользователь без особых трудностей сможет установить любую другую ОС. Все необходимые драйверы можно загрузить с сайта производителя. Как и другие представители линейки ProBook, этот компьютер выполнен в строгом корпусе из полированного алюминия. Это позволило сделать конструкцию достаточно прочной и при этом уменьшить ее толщину. Ноутбук весит почти 3 кг, но для модели с 17,3-дюймовым экраном это совсем немного. Верхняя часть корпуса удерживается двумя петлями, а над экраном, кроме 2-мегапиксельной камеры и микрофона, расположены резиновые вставки, предотвращающие соприкосновение панелей ноутбука в закрытом состоянии. Широкоформатный дисплей с разрешением 1600 на 900 пикселей оснащен светодиодной подсветкой и имеет матовое покрытие. Для бизнес-ноутбука это идеальная комбинация, позволяющая одновременно обеспечить высокую яркость и исключить появление бликов. HP ProBook 4720S имеет отличную эргономику. Крупная раскладка с большими промежутками между клавишами защищена от попадания влаги. Дополнительно модель оснастили блоком цифровых клавиш. Кнопки нажимаются очень плавно и тихо. Тачпад немного смещен влево. Управляющие клавиши объединены с сенсорным полем, а выделяет их лишь белая полоска, обозначающая их границы. При том, что ноутбук скорее будет использоваться в офисе, производитель позаботился и о возможности мобильной эксплуатации. Модель поставляется с усиленным 8-элементным аккумулятором, способным обеспечить более 5 часов непрерывной работы. Этот результат можно считать рекордным для столь крупного ноутбука. Стоит отметить и практически бесшумную работу системы охлаждения. Теплый воздух выводится через левую грань, а корпус ноутбука нагревается незначительно. HP ProBook 4720S имеет достаточно высокое быстродействие. Достичь его удалось с использованием двухъядерного процессора Intel Core i5-430M, который в обычном режиме имеет частоту 2,26 ГГц, а с включением технологии Turbo Boost может увеличиваться до 2,53 ГГц. Также процессор поддерживает технологию Hyper-Threading, с которой каждое ядро может выполнять две задачи одновременно. В результате пользователь получает высокое быстродействие при работе в многопоточных приложениях. В качестве графического адаптера в ноутбуке реализован дискретный графический ускоритель от T-Mobility Radeon HD 4330 с 512 МБ собственной видеопамяти. Стандартный объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а емкость винчестера 500 ГБ. Такой набор параметров позволил системе набрать 6405 баллов в PC-Mark 05 и 2776 пунктов в 3D Mark 06. Можно с уверенностью сказать, что HP ProBook 4720S имеет все необходимые функциональные элементы. Практически всю правую грань занимает оптический привод DVD Super Multi с поддержкой двухслойных дисков. Рядом с ним установлены два интерфейса USB 2.0 и розетка зарядного устройства. На переднюю грань вынесены аудиоразъемы и картридер, читающий форматы SD, MMC, MS, MS Pro и XD. Слева установлены видеовыходы VGA и HDMI. Третий интерфейс USB 2.0, совмещенный порт и SATA USB 2.0, гнездо гигабитного сетевого адаптера и слот расширения ExpressCard 34. Беспроводные модули здесь также представлены в полном объеме. Пользователю доступны интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi спецификации 802.11vGN. Комплексное тестирование HP ProBook 4720S показало, что этот корпоративный ноутбук не только имеет высокое быстродействие и способен выполнять ресурсоемкие задачи, но и отличается длительной автономностью, что позволяет работать за ним как в офисе, так и в дороге.